Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Креселбург. И сегодня у нас на обзор попала моделька от компании Vixen, российская компания. Категория кресла 2-3, то есть от 15 кг до 36 кг. Фактически это от 3 лет, либо от 100 см роста ребенка, и до 12 лет, примерно до 145 см роста. Начнем о преимуществах данного автокресла. Угол наклона идет за счет спинки сидения. То есть вы можете изначально поставить спинку сидения в лежачее положение и посадить ребенка. Также регулировка подголовника вручную. То есть по мере роста ребенка вы спокойно можете отрегулировать его так, чтобы защита головы у ребенка всегда была. Также пристегивается ребенок уже штатным ремнем безопасности. То есть внутренних пятитачечных ремней уже здесь нет. Правильная фиксация. То есть сначала поясной ремень идет под первым подлокотником, затем поясной и плечевой под вторым подлокотником. Фиксируете. Обязательно вставляем фиксатор, то есть направление идет по плечу ребенка. То есть регулируете подголовник, тем самым уже штатный ремень идет по плечу ребенка, а не по шее. Заметьте, что нельзя, чтобы у ребенка шел плечевой ремень по шею, иначе это травмоопасно. Будьте внимательны в этом плане. Также данное кресло можно будет использовать как бустер при желании. Если ребенок уже не хочет ездить в автокресле, ну там от 125 сантиметров это можно будет сделать. Можно будет сломать спинку, убрать, и ребенок окажется уже в бустере. Бывают частые вопросы. Вот мой ребенок крупный, особенно в зимнее время. У меня он не помещается ни в одно сиденье. Что же делать? Я вам с легкостью скажу, что помещаюсь сюда даже я. То есть, ну, видите, я человек как бы взрослый. И спокойно сюда помещаюсь. С вами была команда Креселбург. Работает у нас бесплатная доставка по Красноярску. Также работает доставка по всей России. Отправляем любой транспортной компании, которая вам нужна. I think the girls with the nails done.